Всем привет, друзья. В общем, мы едем в Питер. Вот. Мы проехали уже, ну, километров 15. Сейчас, короче, закачали колеса, потому что у нас полуздутые были, что у меня, что у Сережи. Короче, все, едем сейчас на границу. Молимся, что нас пропустят. Серег, твои ощущения? Мои ощущения, главное, что нас пропустили, потому что не хотелось бы возвращаться обратно в такую жару. Очень жарко, мопеды греются, поэтому мы где-то каждые 30 минут будем останавливаться. Так что что ж, я вон вообще еду вот с таким нахуй бугелем. Ну как ехать в Питер без бугеля, во. Так что верим в лучшее, верим, что мы доедем. У меня, короче, колесо еще травит, как назло. В общем, верим, что все будет хорошо. Че, полетели, Серега? Полетели. Так что все. Сейчас мы, как до Хамина доедем, следующее включение. Приехали в Хамину, сейчас будем делать документы на мопед, Серега. Ты готов? Какой-то тут движ начинается. Блять, моя чечь. Ой, короче, мы ехали сколько? На минут 15 до сюда, 20? Мопеды у нас, короче, вскипели. Вообще жесть, у меня горячий, у Серега горячий. В общем, что, погнали дальше, делать документы. Ребята, кто не в курсе, мы, короче, все, сделали все папори на мопеды. Вот, сейчас остывает Рокс, Рокс вообще горячущий. Помпа горячая, у меня тоже все горяченное. Мы, короче, остываем и едем дальше, до границы 20 километров. Да, Серега? Да. Вот, короче, мы так чуть подзаебались. У меня бугель, сука, тяжелый, рюкзак тяжелый, тяжело ехать со всей этой трешки. Но мы как границу переедем, бугель ставим на слайдеры, будет вообще прям сказка. Крыло нахуй выкину, ищите у границы. Вот. В общем, вот так вот. Че, твои ощущения? Мои ощущения, тут очень тепло. Сделали, кстати, документы на мопед Сережа. Теперь у нас Сережа легал, я тоже. Только жалко, у нас нету ни страховок, ни прав, нихуя. Ну а так все легально. Ну да, вполне. Да. Зеленая карта. Да, да нихуя нет у нас. Ну, что ладно, там, блядь? Нет. Накачали колесики, как бы все сделали. Офигенно. Да? Класс! Мне очень нравится наше путешествие. Так что сейчас остынет мопед, и мы как бы уже все без остановки, прямо до границы ебашим. Ребята, короче, до финской границы 5 километров. Мы доехали, у нас опять, короче, перегрев. Ну, более-менее нормально. У меня прям, короче, крышка, редуктор. Все вообще нагрелось. У Сереги такая же хуйня, у него тоже крышка, редуктор. Че, разик пизда, да? Да. Короче, у него все разгрелось. Сейчас жара лютейшая. Ой, бля, я дай-ка посмотрю даже. У меня аж приборка показывает температуру. 26 градусов, вы понимаете, товарищи? Ой, радик горячий. Серега, 26 градусов. Что-то дофига. Ну, плюс-минус, я не знаю, может быть 28-29. Надо потом прогноз посмотреть. В общем, вот так вот мы херачим. Красиво. Вон, тупо на границе. Вот, эта дорога напрямую на границу. Вообще ни одной машины, прикиньте. Просто. Никого, блядь, посреди дороги сейчас встану. Вообще тишина, Серега. Да. О, машина едет одна. Это там. Короче, это вообще жесть. Мы единственные, кто едем. И тут уже все нахуй. Короче, вообще заебись. В основном греется эта трансмиссия у меня там. ЦПГ, у меня МХР реплика, она вообще как бы... Она очень быстро остывает, я не знаю, 10 минут, и она полностью остыла. ЦПГ греется и... Ой, не ЦПГ, а... Бля, впуск. Ой, ну, впуск, наверное. Горячий. Асфальт горячий? Ну, так. Блин, фига, и рил горячий. А покрыха чё? Покрыха горячее асфальта. А передняя чё? Да, да, на передняя чё-то холодненькое. Ну да, в основном трение на заднюю приходится. В общем, редуктор, жесть как греется. И трансмиссия. Вот дырки бы сделать, блин, или купить эту трансмиссию, которая уже сразу... Блин, крышка варика из ТНТ, которая сразу идет с дырками тут, и там выход вообще было бы идеально. Да, у меня тоже редуктор на кем. Или Сереги на Rocks Top Performance офигенные крышки делают тоже. Охлаждение будет офигенно. А так, в основном, ничего не греется. Только трансмиссия и все. Фух, ну что ж, пожелайте нам удачи, что мы пройдем границу, да? Очень надеюсь на это. Очень, да, крестимся каждые 5 минут, можно сказать, чтобы пройти эту ебанутую границу. Ну, в общем, ребята, держу в курсе. Я обсох, у меня 2 бака, кто знает из моих видео. Первый, второй, обсох. Врубил второй бак, доехал до заправки, все, просто огонь, да, Серега? Да. Короче, мы сейчас на границе, вот, туда, и там граница. Все, сейчас идем пешком
И надеюсь, все будет заебись. Да? Блин, нервничаем очень просто. У меня так же, как бы очень волнуемся, так что пожелайте нам удачи. Я уже как бы включу видео, как мы ее пройдем, наверное, в финскую. Верим в лучшее, короче. А если нет, то вон к фуре попросимся. Видел, русская была фура, вообще крутяк. Короче, все, мы поехали. Давайте, ребята, всем хорошего дня, всем удачи. Надеюсь, нас в тюрьму не посадят. Ребята, мы на границе, все, ебать, смотрите. Реальная граница. Серега, блядь, я не могу. Нервы. Блядь, верим, надеемся, да. Мы молодцы, мы сделали. Ладно, что, домой сейчас собираться можно уже. Обратно в Котку. Да. Снимать новые влоги. Едем на новую заброшку. Мы прошли границу финскую. В период пандемии, коронавирус, нас пропустили, все как бы заебись. Мы сейчас ничего не делаем, как бы все, как пройдем российскую, я сообщу. В общем, происходит полнейший беспредел. Мы стоим на русской границе, шестой, сука, час. У меня все замечательно, если честно. А у меня нихуя. В общем, смотри, в чем прикол. Вот видите, это транспортное средство. Это не транспортное средство, это товара. Это товар. Да, Серега? Да, это... На нем ездить нельзя, это товар как гантеля. Ее надо растаможить. Да. Че ебать? Кровать везешь. Вот, вы прикиньте, я на кровати еду. Короче, вот такую хуйню они говорят, и типа, вариант один, либо мы его кидаем здесь, и потом, когда еду в Финляндию, я на нем уже и еду. А зачем это вообще надо, я не понимаю. Типа, меня пропустили через границу, не могут пропустить мопед через границу. В этом вся приколюха. Сережин Рокс пропустили, потому что у Сережи есть гражданство финское. У меня есть финские бумаги. В целом, то, что у меня документы, типа, вот эти вот сделаны. А они-то, блядь, такие же, это сейчас начали. Они, короче, говорят то, что мои финские документы не финские документы. Что они сказали? Не, вообще то, что у тебя там вообще другие документы, не то. Ну, у меня, потому что они старого образца. Мне написано то, что там не то вообще. Это вообще, типа, как бы, по идее, это договор купли-продажи. Ну, а по нему можно ездить вообще-то в Финляндии, если ты не знал. Я границу финскую прошел по договору купли-продажи. Да, только они тоже сказали, типа, когда вы обратно поедешь, лучше сделай документы. Ну да. Ну, короче, ребята, в общем, смотрите, в чем приколюха. Они нас не пропускают. Сережа пропустили. Серега все прошел, к нему вообще претензий нет, потому что у него финский паспорт. Так как у меня нет финского паспорта, они говорят, либо я растамаживаю этот мопед, или что я делаю? Или оставляешь его? Оставляю его здесь, и потом, когда я поеду в Финляндию, я его везу. Блядь, это какой-то трэш, нахуй. У меня, типа, есть финские документы. У меня есть все финские документы, но им они не подходят. Они говорят то, что эти документы для финнов подходят, для нас нет. Им нужен именно паспорт. А хули делать, если у меня паспорт не делается? Сидеть, ждать. Короче, в общем, такая хуйня. Не хотят пропускать слайдер. Мы стоим шестой час. Мы тут будем стоять до тех пор, пока не пропустят. Я не хочу эту пушку кидать на границе, ебать. Да, Серега? Ну, в принципе, как вариант ехать в Рашку, да продавать мотик. Ой, продавать скутера и покупать мотик. Ну, тоже такое себе не хочу. Я хочу на слайдере катать. В общем, короче, они пидорасы. Так как нам было скучно, мы поставили бугель. Я не помню, мы ее закрутили, нет? Да. Держится. В общем, поставили бугель. Все, короче, заебись. Слайдер готов к стунту. Расстояние в районе 100 км он проехал идеально. Никаких проблем нету. Да, Сергуня? Да. В общем, вот. Че, ждем следующее видео. Я надеюсь, то, что оно уже будет не такое плачевное. Я вам скажу хорошую информацию. То, что, о, ребята, нам слайдер пропустили. Мы едем в Рашку. Ура, ура, ура. Да? Будем, в общем, сейчас что-то делать, решать, я не знаю. Пока что это, блядь, полный пиздец. Так что, в общем, не рекомендую вам российскую границу. Работают на ней нехорошие... Ладно, делают все... Есть хорошие люди, есть. Но, типа, могли бы пропустить, как-никак едем, блин. Ничего не нарушаем, мы никакую, блядь, запрещенку не везем. Просто, блин, не пропускают транспортное средство. Ну, это вообще бред. При том, что я живу в Финляндии и учусь. Им этого мало. Что я там живу и учусь, им надо еще больше, блядь. То есть бумага, которая подтверждает то, что он там учится, он там живет. Но им этого не хватает. Им надо именно карточку. А это та же самая карточка, которая у меня в размере А4. У меня А4 листок и есть та же самая карточка. Им этого недостаточно. Короче, в общем, я ничего не могу сказать по этому поводу. Как бы, да, работают, но как бы доебываться без причины уже начали. Они говорят, что мои документы не подходят. Блядь, сука, 5 часов подходили документы, сейчас не подходят. Вы понимаете, как бы? Фух, ладно. Ну чё, блядь? Приехал такой с документами. Хуяк, это уже не документы, блядь, а туалетная бумага.
Короче, это вообще жесть. Притом финны меня пропустили с моими документами, а русские не хотят. Ну это бред, Серега. У меня нету слов, как бы, это вообще полный пипец. Я не знаю, что делать. Пока что все хреново. Надеюсь, что сейчас будет хорошая новость. Короче, блять. Прикол в том, что я только что катался на слайдере на заднем колесе по границе. Вот тут только что катался. Короче, тут Серега только что катал на заднем. Типа, к нему подошли, сказали, типа, не надо так делать. Потом начал я раздавать стрита. Подошел дядька и сказал такой, типа, все, давай завязывай, не то административное правонарушение. Блять, вообще какая-то хуйня. Ну чё ж, блин, надо ключи забрать. Сколько уже? 2 часа прошло, стоим, ждем дальше. Мы отсюда не уедем без слайдера, да, Серега? Да. Мы будем ждать до конца. Ну, смотрите, как, смотрите, какие красивые мопеды, да? Просто, ну, блин. Ляпота. Ну, имба же, да? Что они? Все проезжают границу, а нас не пропускают. Охуеть. Короче, ребята, тут снимать нельзя, ну, как бы, вот, говорю. Серега сейчас пишет декларацию на свой мопед. Блять, уже прошло нифига времени, я уже не знаю сколько. Меня так и не пускают, типа, меня пускают, мопед не хотят. Всем привет, друзья. Прямое включение с российской границы. Сидим. Короче, у нас все прошло, кроме слайдера. Слайдер они не хотят пропускать. Потому что от него воняет какашкой. Вот, как бы, они такие. Так, все, ебать, слайдер не пропускаем, все дела. Мы сидим, сколько еще времени, ебать, мне интересно. 23 часа. Ну, ебать, давай. Короче, сейчас 23 часа. Я думаю, вы понимаете, как мы, Серега, устали. Мы ехали, пиздец, долго. Да, ехали тяжело. А сейчас на границе тупо сидим, блин, я не знаю, просто... Они, короче, могут нас пропустить, они могут, они этого не хотят. Прикол в том, что они, да, они реально могут нас пропустить, типа, без проблем. Но они этого не хотят делать, они как бы будут стоять на своем. В общем, мы будем ждать, я отсюда без моей зайки не уеду. Ждем, Серега, да? Да. С кем это у нас, блядь, он переписывается? Да ни с кем могу переписываться без интернета. А, у тебя тоже интернет? Короче, мы вражки, но даже интернета нет, чтобы вы понимали. Ребята, мы на российской границе. Твои ощущения? Весело. Мы сейчас время... Минуточку. 2:18. Мы тут с 5. Вполне неплохо. Факт, должно было закончиться все быстрее. Стоим, ждем, когда оформят. Серегу оформили за 5 минут, уже стоим, ждем, когда оформят мой слайдер. Ситуация та же самая, типа, уже как бы она все время меняется. Сначала было то, что не хватало документов на мопед. А, нет, документов на меня. Теперь им. Они говорят, что мои документы на мопед финские, это не документы, а какая-то хуйня. Типа, в Финляндии нет таких документов. Короче, в общем, все время что-то новое и новое. Так что вот так вот. Пока что хороших новостей нету, 2:00 ночи. Ждем дальше, надеюсь, хотя бы к утру будут новости. Твои ощущения, Серега? Твоя первая поездка за рубеж? Мне все очень нравится, у меня все замечательно, вот стоим, ждем. Замечательный, блин. Ребята, мы, короче, на границе. Серега пошел за телефоном, чтобы написать Жене. Да, Серега? Да. Ой. Ой. Видала, мам? Че ты ржешь что? Какой я остановил? Вон, тикает время. Вон, смотрите, мопеды. Может посветить кто? Я сейчас посвечу. Только подождите, я на телефон достать сначала. Вы так быстро идете? Ну так. В общем, время 2:00 ночи. Нас опять не пропускают. Смотрите, слайдер стоит тут. Короче, я вот тут на заднем колесил. Вы прикинь, такой прям. Серега тут тоже на заднем катал. Пришел дядька и сказал, что он выпишет нам штраф, там, за тюрьму заберет. Вон, слайдер стоит, смотрите, просто. Просто, блин. Супер, да, мопед такой, да? Он ночью еще лучше. Сейчас, вот. Не хотят мне его отдавать. Говорят, оставь его на границе и все. Вот, роксик блестящий, золотой. Ну что? Ругаться будет? Да. Да и пофиг. Держи. Держи. Он меня подозвал через границу. Вот тот. В зеленой шапке, видишь? В шапке петушке. Надеюсь, он это видео увидит. Че? Идем к машине.
Идем за Сережным телефоном. В общем, такие дела с мопедами, не хотят нас пропускать на нем. Говорят то, что... Я уже не знаю, они все время новые говорят, на самом деле уже ничего не понятно. В общем, вот она граница. Мы тут с 5 часов, сейчас 2 часа, можете сами посчитать сколько. Так что вот, там уже один пересменок был, сейчас будет второй пересменок. В общем, вот такие вот дела. Ждем, ждем, они не хотят ничего делать. Вот, мы ничего не нарушаем. Серега наркотиков много не везет, он чуть-чуть взял. Нельзя было это говорить. Ладно, вырежем. Главное не забыть потом. Да? Ребята, в общем, рассказываю ситуацию. Слайдер остается на границе до понедельника. Это 2 дня. Сегодня у нас суббота, завтра воскресенье. Вот, так что в понедельник мы забираем слайдер, и он едет в Питер. Подробности всего этого хода я вам сказать не могу, но, в общем, все хорошо. Вот. В понедельник мне придут документы. Вот, и как бы вот этот слайдер едет в Питер. Рокс едет сейчас в Питер, слайдер у нас едет через 2 дня, в понедельник. Так что вот, все окончилось более-менее даже хорошо. Рассказываю дальше. В общем, мы сейчас едем, Рокс кидаем в тачку, и мы едем в Питер. Мы едем в Питер, Серега, я едем в Питер. Слайдер остается ночевать на границе. Тема такая, то что он ждет нас тут до понедельника. В понедельник мы привозим документы и забираем мопед. Вот так вот. Так что, в общем, слайдер должен поехать в Питер. Видос этот выйдет после понедельника, потому что пока что его выкладывать нельзя. В общем, большой респект пограничникам. То, что все-таки пропустили нас. То, что все-таки пошли к нам навстречу спустя... Сколько часов? Спустя... 4 часа ночи, получается, мы тут с 5, ну ебать, 11 часов прошло, понимаете, ребята? Спустя 11 часов мы пришли к компромиссу, так что, блин, в общем, хорошо все кончилось, надеюсь, еще не кончилось, но буду верить, что все хорошо кончится, так что пожелайте нам удачи. Все-таки такой контент классный сняли, ну, ребята, реально, это стоит лайка, видоса, подписки и просмотра. Кто еще поедет, блядь, из Финляндии, блин, в Россию без документов, а, Серега? Да, мы можем. Ты не говоришь, что нас пропустили только потому, что ты кому-то дал. Смотрите, блядь, на него. Че, Серега? Я счастлив. Че, ты рад, что ты в России едешь? Да. Смотрите, этот пост никогда в жизни не был в России. Не был в Питере, по крайней мере, вообще. В России, в общем, тоже, можно сказать. Питер — это и есть Россия. В общем, маленький спойлер. Покупайте у меня мопед, мы поедем мотоцикл покупать. Новый контент, ёпта. Короче, в общем, слайдер остается на границе. Не пропускают его. Вот Сережин мопед едет вот так вот. Красиво, да? Замечательно. Нормас? Очень. Ну вот. А слайдер остается там на границе, и забираться он будет, когда мы поедем обратно в Финку. Так что что, ждем мотоцикл? Да.